Мы находимся на краю земли, во Владивостоке. На горизонте виднеется Корея и Китай. Прямо перед нами остров Русский. И кошка. Кошка-то Каревская с маяком. Пролив Босфор-Восточный. За мостом Уссурийский залив. И Русский мост, за которым Уссурийский залив. Справа остров Русский, а слева Владивосток. Континентальная часть. Следы марафонцев, которые финишировали здесь на пути через всю Россию. Другие памятные камни в виду маяка на фоне острова Русский. И моста на него. И панорама Владивостока. С Амурским заливом по правую сторону и проливом Босфор-Восточный, который разделяет континентальную часть Владивостока и остров Русский. Владивосток. Площадь трех вокзалов. Как будто приехали в Москву к Ярославскому вокзалу. Там еще, значит, послание комсомольцам, замурованным пионерам, Внутри железнодорожного вокзала на потолке, с одной стороны, Красная площадь города Москвы, а с другой стороны, площадь трех вокзалов Владивостока. Под сводами железнодорожного вокзала керамика с Александром Македонским на коне, символизирующей то, что Александр Македонский, а точнее его идеи, доехали до Тихого океана. Ну а дальше Владимир Ильич Ленин указывает в сторону Японии. А за железнодорожным вокзалом по пешеходному переходу морской вокзал. На заднем плане видны опоры Вантового моста через остров Русский. Точнее, на остров Русский. На перроне старый паровоз. А внизу железнодорожные пути. На железнодорожном перроне виден столб с двуглавым орлом. Этот столб посреди перрона означает окончание Транссибирской магистрали. Панорама Корабельной набережной с вечным огнем и мемориалом героям Великой Отечественной войны.
на Дальнем Востоке. На заднем плане виднеются рога моста через бухту Золотой Рог, которая перед нами. Подводная лодка, строящийся храм на заднем плане и вечный огонь. Самая высокая точка в центре города. 192 метра над уровнем моря. Памятник святым Кириллу и Мефодию. Амурский залив и бухта Золотой Рог с мостом через бухту. А вдалеке виднеются опоры моста на остров Русский. Бухта Золотой Рог тянется на 7 километров в глубину полуострова. Вечером мы попадаем на танцы в церковь. Танцы в лютеранском храме.